Добрый день, дорогие друзья. Ну что ж, пришло время заснять финальное видео. Вот. Ну что ж, я закончил последний матч. Вот. Собрал все полностью, все состарил. Вот. И вот она так вот жемчужина у нас выглядит в последнем финальном образе. Пробовал поработать со светом, в том плане, что лампочка осталась, ну, плафон тот же самый, но единственное, что просто поставил больше ватную лампу. Так. Сейчас думаю, то, что все вот эти места вот покажу вам, как получились. Особенно то, что вот видите, вот здесь получилось такое трещинки. Вот. Составили парус. Вот у нас так все получается. Есть некоторые косяки, согласен, но пытался вот сделать, кстати, флаг, чтобы он был не только прямым, но и изогнутым, скажем так, и немножко порванным. Вроде как получилось, но не будем обманывать себя, скажем так, немножко не совсем нравится. Вот. Ну что ж, в общем, мы сейчас будем делать это пару фотографий, я сделаю. Постараюсь при хорошем освещении, вот на то, что сейчас у нас есть освещение, сделать более-менее качественные фотографии со всех сторон, вот, во всех ракурсов. Вот. Что дальнейшее? Я думаю, что это будет восьмая часть заключительная, и после чего одна есть идея, но я думаю, что пока не скажем так, в плане чего? Того, что, в общем, сделать вот здесь вот так вот по ватерлинии герметиком, допустим, на такое вот отхождение, вот на такое вот расстояние. Ну, один слой высохнет, еще к нему дальше еще, и сюда вот так. Потом вот, ну, не герметика, а жидкие гвозди, например, прозрачные. Потом сделать так, чтобы вот, ну, в общем, сделать такую водную гладь, что смотришь сверху, как будто корабль находится на воде, и снизу смотришь подводную часть, хотелось сделать водой с солью для того, чтобы сделать такие вот наросты коростные, типа того, снизу. Но еще пока думаю, потому что, скажем так, что с водой ни разу не работал, но не знаю, хотел бы у вас посоветоваться, кто чем может помочь, например, какие-нибудь статьи интересные, как, чего, где, чего, почем, как лучше работать, например, может быть, я имею в виду жидкие гвозди, это не совсем правильно, скажем так, может быть, что-то другое. Прошу вас пойти на встречу, скажем так, если не сложно, дать отдельные советы. Ну вот. Так, ну что ж. Давайте-то на этом мы, наверное, видео закончим. Сделаю пару фотографий. Вот, это будет видео коротеньким, потому что ну, уже мы ничего не делаем, я уже все сделал. Вот. В общем, стыкуемость хорошая. Для людей, которые хотят делать первый раз эту модельку, честно могу сказать, что если вы хотите заниматься флотом, если вам нравится всякие вот эти фалы, вот здесь вот это даже называется фалы, вроде бы, не помните, или как они, такелаж, вот. Вам это, если нравится, там, допустим, вы хотите собирать то, что вам интересно это. Ну, я бы посоветовал даже для тех людей, кто первый раз собирает. Да, это очень муторно, да, это, скажем так, нужно везде подумать, нужно везде там. Даже заморочился до того, когда вот сидел, читал о том, что, ну, просто ради интереса был такой вариант, что, допустим, какая мачта, как называется, там, вот,
до такой степени. Ну что ж, в общем, моделька мне понравилась. Очень интересно. Спасибо компании Amdelist за предоставленную возможность собрать такую модельку. И за предоставленные краски. Вот. Так, ну что ж. Давайте на этом видео там закончим. Всего доброго. До свидания. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал.